Родительские вопросы, губернаторские ответы. Павел Коньков в преддверии 1 сентября встретился с мамами и папами Ивановской области. Их интересовало все – зачисление в первый класс, ремонт образовательных учреждений, транспортное сообщение. Например, в Лежневском районе проблема со школьными автобусами стоит достаточно остро. Техника часто ломается, поэтому дети опаздывают на уроки. Павел Коньков пояснил, в этом году на весь регион купили 6 единиц транспорта, ждут еще 4. В следующей очереди – Лежневский район. Еще один важный вопрос касался строительства новых школ и расширения уже имеющихся. Важно, отметил губернатор, сделать так, чтобы дети учились только в первую смену. Обсуждение получилось продуктивным для обеих сторон. Достаточно много вопросов, связанных и с системой ЕГЭ, и с зачислением в школы, вопросы кадров, молодых педагогов. Во всяком случае, комплекс проблем достаточно велик. Ежегодно на систему образования региональное правительство вместе с муниципалитетами тратит около 12 миллиардов рублей. Это серьезная сумма, и эффективное использование – вещь достаточно важная.